Во вторник Барак Обама в последний раз вручал президентские медали свободы. Награды получили 21 человек. Имена большинства из них известны далеко за пределами Америки. Это актеры Роберт Редфорд и Роберт Де Ниро. Том Хэнкс, создатель Майкрософта Билл Гейтс, певицы Дайана Росс и Брюс Спрингстин, баскетболисты Майкл Джордан и Карим Абдул-Джабар. Медаль свободы наряду с медалью Конгресса является высшей гражданской наградой, вручаемой американцам, которые внесли существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь своей и других стран.